Итак, приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего YouTube канала. У нас очередное видео вот с монеточками для продажи. Ссылочка, как всегда, в описании. Можно будет зайти в группу в Фейсбуке, перейти и заказать данные монетки. Сейчас мы быстренько с вами их рассмотрим, что же у нас здесь предлагается. Итак, первая монетка, которая у нас предлагается сегодня, это у нас монетки Перу. Это вот у нас 1 сентимо 2006 года. Такая вот монеточка. Красивенькая. Гладким гуртом. Вот. Надписью на рельсе Банк Централ де Республика дел Перу. Такая вот у нас с гербом. Такая вот маленькая монеточка. Алюминиевая. Вот. Гладким гуртом. Следующая наша монетка, которая здесь у нас представлена. Это у нас 5 сантима 2011 года. Монетка в более таком хуже состоянии. Видно, что дать походу был скотч. Вот, но я думаю, что можно будет почистить. Вот такая вот монеточка. У нас 5 сантимов. Вот. Гурт гладкий. Вот. Банк Центру де Республика де Перу. Такая вот у нас монеточка. Следующая, это у нас монетка. Это у нас 10 сантимов 2000-го. И не только, тут разных годов. Тоже монета Перу. Вот, в разном состоянии. Вот у нас материал данных монеток у нас уже латунь. Гурт у нас гладкий. И с таким вот изображением герба Перу и надписи Банк Централ де Перу. Есть разные монетки, есть 2000 года, 2003, здесь у нас 2001. Вот эта монетка у нас 2000 года, и вот эта монетка в более хужем состоянии, вот 2011 года. Так что такие вот монетки можно будет заказать у меня в группе в Фейсбуке. Следующая наша монетка, это у нас 20 сантимов. Вот. То есть монетка Перу. Таким вот изображением иероглифа в виде птичек. Вот. Это вот может и гурт гладкий, материал латунь. 2008 год. Такая же самая у нас монетка. 20 сантимов. Вот, 2000 год. Такие вот у нас монетки по иностранщине. Следующие у нас монетки, это у нас уже монетки идут, это Чили, 1 песо 2008 года. Такая вот монетка в прекрасном состоянии, гурт гладкий. Вот монетка с алюминия. Республика де Чили. Чили. Форма восьмиугольник. Следующая наша монетка. Это у нас монетка Чили. То есть 5 песо 2006 года. Он тоже восьмиугольник. Материал у нас уже алюминиевая бронза. 5 песо 2006 года. Такая вот прекрасненькая, симпатичненькая монеточка. Может стать хорошим пополнением вашей коллекции. Можно будет зайти и заказать. И 10 песо уже выставлялись у меня в группе. Было очень много, есть у меня еще их много. Это 10 песо 2000 года. Гурт ребристый. Материал у нас никель-латунь. Вот, Республика де Чили. Такая вот прекрасненькая, красивенькая монетка. Ссылочка, как всегда, в группе. Под видео переходим на группу. Ну и еще продолжим наше видео. У нас монетки СССР. Это первые монетки СССР после царизма. Это 1 копейка 24 года. Такая вот монетка, трошки подубитая. Гурт у нас ребристый. Вот, материал медь. Пролетарий всех стран, соединяйтесь. СССР. Такая вот монетка, 1 копейка. 2 копейки 24-го тоже года.
такая вот монетка, тоже такая монетка с окислами. Вот гурт ребристый, тоже медная, но такая вот здоровая. Пролетарии всех стран, соединяйтесь, в более лучшем состоянии. Можно будет заказать, приобрести в группе в Фейсбуке, они там будут выставлены. Так, следующая — это наша монетка, это 3 копейки 1924 года. Гурт у нас уже гладкий. Вот, пролетарии всех стран, соединяйтесь, уже хорошо читается. В таком прекрасном, она уже более-менее в таком хорошем состоянии. Такая вот монетка. Еще хочу представить вашему вниманию также жетончики. У меня их есть несколько штук. Это у нас жетон метрополитен Харькова. Вот такая вот у нас жетончик с таким вот красивым изображением. Вот. Будет выставлен у меня в группе. Вот. Следующий у нас жетончик. Это у нас для проходу в метрополитен. Вот Киев. Уже там не такие жетоны, это уже еще старого образца жетон. Кто хочет, может себе заказать, приобрести в группе в Фейсбуке. Следующий у нас жетон, это у нас для прохода в метрополитен. Это у нас жетон Санкт-Петербург. Вот такой вот жетончик. Будет выставлен в группе в Фейсбуке. Итак, следующий у нас, тоже у нас здесь будет. Будем монетки уже царского периода. Это мы отдвинем, чтобы нам не мешало. Будем их взвешивать. Вот первая наша, это у нас 2 копейки. 2 копейки. Вот Александра Первого. Вот 2 копейки ЕМ. Вот гладкие, материал алюминий, 1813 год. Монетка такая вот затертая, но, как говорится, в коллекцию можно положить. Сейчас мы ее взвесим. 12,24 грамма. Масса по каталогу у нас идет 13,65. Ну, может, какие-то утраты, но вот такой вот вес монетки. Следующая наша монетка, тоже царская, 2 копейки. Вот ЕМ. Год у нас 1000. Ну тут уже не так хорошо видно. 1811. Вот тоже правление Александра Первого. Двуглавый орел. Монетка алюминиевая. Сдвиг штампа видно. Сейчас мы ее взвесим. 15,62 грамма. Вот так вот. Следующая наша, последняя на сегодня монетка. 2 копейки ЕМ. В более лучшем состоянии. Вот. Тоже такая побитая временем. Год 1818. НМ. Двуглавый орел. Вот. Такая вот монетка. Кому нужна, может себе заказать мне в группе в Фейсбуке. Будет выставлены на продажу. Вот, можно будет себе заказать. Вес 14,42. В принципе, в таком они периоде и колебаются. Вот, такие вот у нас сегодня были монетки и жетончики. Вот, всем спасибо за внимание. Кто не подписался, подписываемся. Будет еще много интересных видосиков с интересными монетами. Вот. Не забываю зайти в группу в Фейсбуке и посмотреть, что же у меня там интересного есть на продажу. Всем спасибо за внимание. Всем пока.